осторожно, не торопясь, маленькими шажочками. Именно так приходится жителям микрорайона Нерпа передвигаться к автобусной остановке. Хоть коньки надевай, смеются жители. Правда, от этой ситуации им не до смеха. Вот по этой дороге ходить невозможно. Идешь и думаешь, назад или вперед. Лужи, вода такая скользкая, машины проходят еле-еле. Всему виной поврежденный водовод. И, как утверждают местные жители, этой проблеме уже много лет. Летом этого не года. Видно, потому что летом вода утекает, вот она течет туда в море. Там видно, конкретно уже нужно утекает. Работать. Капитальный там ремонт. Везде раз, вот так, раз это. Там ручьи потекут круглый год сверху, видно от баков. Это длится уже давным-давно, и никто ничего. Вот зимой каждый год вот такая история. В летнее время вода утекает по стокам и впитывается в землю. Ну а зимой сложнее. Из-за низких температур образуется наледь на дороге, которая, в свою очередь, может привести к дорожно-транспортным происшествиям. К ликвидации опасной ситуации были привлечены работники дорожной отрасли. 2 февраля техника «Примавтодора» расчистила дорогу от образовавшегося льда. Сегодня мы обследовали, там работает «Примавтодор». Я в этом тоже немножко поучаствовал. Там сейчас отвод воды сделаем. Завтра будем обследовать, и надо приводить в соответствие водовод. Это утечка водовода. Я думаю, что на следующей неделе мы этот вопрос закроем, ну, будем так говорить, в целом. Потому что надо просто отремонтировать и все. Мы его сделаем. Уже в ближайшее время коммунальщики должны приступить к устранению протечки на водоводе. Глава Хасанского округа Иван Степанов держит на контроле ход проведения ремонтно-восстановительных работ. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.